школах Северского района прошли торжественные линейки, приуроченные Дню знаний. В этом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции главный школьный праздник состоялся только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. В школе номер 43 линейка прошла в два этапа. Первыми День знаний встретили виновники торжества – первоклассники. Свое напутствие им дала директор школы Галина Николаенко. Вы теперь не просто дети, вы теперь ученики. В школе вас ждут новые знания, новые открытия, новые друзья. Мы желаем вам успехов в учебе, учиться только на 4,5 и быть гордостью своих родителей. Удачи вам, ребята! На торжественной линейке слово дали и первоклассникам. Мама косу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. Ранец чудо, только вот, милые подружки, не влезают в ранец, все мои игрушки. В этом году дверь в страну знаний открыл любимый сказочный герой всех мальчишек и девчонок – Буратино. Он проводил ребят на их первой жизни школьный урок. Там первоклассники познакомились со своими учителями. После первоклассников линейку провели для учеников 9-х и 11-х классов. Всего у нас в школе 747 учеников. Мы набрали 4 первых класса в количестве 110 человек. В целях профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы проводим утреннюю термометрию с занесением температуры в журнал термометрии. За каждым классом закреплен учебный кабинет, который будут регулярно проветриваться. Проводиться будет в классах рециркулирование, влажная уборка. Проведено у нас зонирование школьного двора. Составлен график выхода на переменки, график питания в школьной столовой. Будем соблюдать все условия. Торжественные линейки прошли во всех школах Северского района.